Саратовской области, Главным управлением МВД России по Саратовской области принимаются меры по стабилизации оперативной обстановки, обеспечению правопорядка и безопасности на территории Саратовской области. Безусловно, в целях решения этих задач, как неотъемлемая часть укрепления, материально-техническое укрепление органов и подразделений внутренних дел. Безусловно, при нормальном обеспечении транспортными средствами улучшилось своевременное прибытие нарядов на места происшествия, меры реагирования на совершение преступлений и, соответственно, на профилактику. Сегодня, вы видите, будут вручены автотранспортные средства, всего приобретено с участием правительства области, Министерства внутренних дел Российской Федерации, более 100 автомашин, которые будут распределены непосредственно по подразделениям органов внутренних дел Саратовской области. И я обращаюсь к личному составу, водительскому составу, очень бережно относиться к хранению транспортных средств, эксплуатации транспортных средств, потому что вы сами прекрасно понимаете, от этого зависит эффективность нашей работы. Ключи от специальных автомобилей «АвтоЗАГ» на базе автомобиля «УАЗ» для подразделения ИВС, отдельному батальону охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых управлением МВД России по городу Саратову, межмуниципального отдела МВД России «Аркадакский», межмуниципального отдела МВД России «Балашовский», отделению полиции номер 1 в составе межмуниципального отдела МВД России «Базарно-Карбулакский». Ключи от пассажирских автобусов «Форд Транзит» вручаются отделу МВД России по Петровскому району, управление уголовного розыска Главного управления МВД России по Саратовской области и управление по вопросам...